Итак, внимание! Самое выгодное предложение сегодняшнего дня – это жилет Эллен. Превосходный, невероятный, который украсит вас и сделает просто изюминку вашего гардероба. Сегодня без жилета не обходится ни один гардероб настоящей модницы. Как оказалось, эту модель мы можем носить даже выходя на улицу. Я обязательно расскажу вам, с чем и как правильно сочетать одну из самых модных базовых деталей женского гардероба. Женский жилет пришел в 2018 год с очень красивым оформлением и яркими стильными кожаными материалами. Но каково же было мое удивление, когда я узнала, что этот жилет еще внутри украшен эко-мехом под каракулечу. Да, сегодня в Москве плюс 7. Сегодня дождь. Что надеть и как выйти на улицу? Я лично сегодня пришла в вязаном платье и в жилете. Поэтому, друзья мои, утепляемся, обновляемся грамотно и правильно. Свет, но мне очень интересно вообще, с чем носить этот жилет, с чем сочетать, вообще какие образы заставить и вообще в какую погоду, и можно ли носить весь год. Хочу узнать об этом, но прежде всего хочу спросить о размерах. Размеры от 50 до 60. Подскажи, пожалуйста, как выбрать размер? Мне очень нравится коллекция бренда Благов тем, что конструкторы подбирают и делают коллекции с учетом нестандартности российской женской фигуры. А что это значит? Это значит, что этот жилет может сесть безупречно на любые формы. Для женщин, у кого широкие бедра, как у меня, этот жилет очень эффектно все скроет. Для женщин, у кого богатый верх, этот жилет сделает верх аккуратным. И самое главное, эта базовая модель подойдет для любого ансамбля. И если вы хотите в этом убедиться, мы можем вместе с вами сейчас отправиться на подиум. Я докажу вам, что наш жилет Эллен, который сегодня является специальным предложением дня, отлично подойдет не только к брючному ансамблю. Я приглашаю вас вместе со мной сейчас пройти на подиум, где меня ждет наша модель Татьяна. Танечка, подходи ближе ко мне. И, как вы заметили, на мне юбка, на мне брюки, на Татьяне юбка. И сейчас мы с вами дополним Танин ансамбль. Вот чего-то иногда не хватает для наших женщин, казалось бы, такой легкой, приятной капли стиля. И именно поэтому сегодня конструкторы-дизайнеры бренда Благов вовсю трудятся на то, чтобы вы выглядели стильно, красиво и, самое главное, вы были защищены. Но мне сегодня нравится действительно, что мы можем изменить образ кардинально с одним жилетом Эллен. Под любой стиль, под любой ансамбль сегодня наш жилет подходит и делает образ необыкновенно изящным, модным, супер стильным, как с обложки журнала. Дозванивайтесь уже сейчас и выбирайте свой жилет Эллен. Меняйтесь кардинально вместе с брендом Благов. Свет, расскажи, пожалуйста, можем ли мы этот жилет использовать как базу или только к особому, по особому случаю надевать? Конечно, это самое полезная и самая нужная база. И, как вы видите, мы носим ее с юбками, причем юбка фасон Гаде. Эта юбка называется Монро. На Татьяне блуза в яркий горох. Это блуза Данет, и на мне тоже эта блуза. Я надеваю кожаные брюки вместе с нашей Катей. Брюки называются Леонор. На Екатерине базовый комплект, так вы можете ходить на работу. И если вы живете на юге, в Краснодарском крае, например, я знаю, что вы будете защищены. Сейчас я хочу, чтобы вы посмотрели на Екатерину, расскажу вам про размеры, а я уйду к Елене Шептуновой и расскажу обо всех деталях нашего жилета. Ну что ж, выбирайте сегодня свой жилет, меняйтесь кардинально и будьте уверены, что жилет подходит к абсолютно любому образу и по абсолютно любому случаю вы всегда будете особенные. Единственная вот печальная информация, то, что наш жилет, наша коллекция, это ограниченная партия. Эксклюзив от бренда Благов на телеканале Шоп-н-Шоу, поэтому дозванивайтесь прямо сейчас и успейте забрать свой размер. Будьте индивидуальны, будьте особенны. Ну а сейчас хочу, Свет, спросить тебя. Вот жилет смотрится кожаным, он смотрится еще и с каракульчой. Как мы будем вообще гулять? Не жарко будет нам, а вдруг мы под дождь попадем? Ну, во-первых, я всегда провожу эксперименты в нашей прямой студии, в нашем прямом эфире. И сейчас у меня в руках стакан с водой. Я хочу показать вам, что эко-материалы сегодня, которые внешне напоминают натуральную кожу, действительно защитят вас. Сегодня дождь в Москве. Не каждая одежда справится сегодня с этим. Посмотрите. Я сейчас выливаю воду, и вы видите, что она отходит
от нашего материала. Смотрите, мы видим, что вы остаетесь сухими, вы практически не мокнете, и вы просто протираете, если вдруг попадете под дождь, вот так вот сухой тряпочкой. Посмотрите, не остается никаких следов. То, что внутри у нас находится эко-мех, и внешне он напоминает нам каракульчу, это еще раз говорит о том, что тепловой эффект будет. Мне очень тепло в этом жилете. И я хочу сказать, что зимой очень часто женщины страдают поясничными заболеваниями, остеохондроз, или вы просто надули область спины. Вот Лена, кстати, такое... вчера рассказала историю, ей стало плохо в магазине, да. И она вылетела на улицу раздетая. Если бы у тебя был наш жилет, я думаю, что сегодня ты бы чувствовала себя гораздо лучше. Вот это точно, нам всегда нужны именно те вещи, которые согревают нас, которые заботятся о нашем здоровье. И именно это соблюдает все наш бренд Булагов. Современный, сильный, модный жилет Элен станет не просто вашим гламурным, красивым образом, но еще и сбережет ваше здоровье. Дозвонитесь прямо сейчас. Звонки бесплатные, оплата только при получении на почте. И ограниченная партия. Это эксклюзивная новая коллекция 2018 года от бренда Булагов. Успейте заполучить ее в свою корзину по цене 2017 года. Но хочу, Свет, спросить, вот, а тебе не жарко именно в эко-мехе находиться в помещении? Может ли он подстраиваться под температуру? Знаешь, когда мы заходим с улицы, а в теплое помещение становится действительно жарко. Но я еще раз хочу напомнить, Лена, что эко-материалы отличаются тем, что они очень комфортные. Мне нравится, как мы чувствуем себя с Екатериной. Это очень стильная модель, которая украсит вас. Эко-мех, его превосходство в том, что сегодня туда добавляют некий процент, 10-15% натуральной шерсти. Эко-мех является очень практичным и прочным материалом. И в такой жилетке вы будете себя комфортно чувствовать как на улице, так и в помещении. Выходя на улицу, как Катя, вы можете надеть водолазку или свитер с содержанием шерсти. Или, например, вязаное шерстяное платье. И тогда вы будете защищены. Я надела легкую шелковую блузу и чувствую себя очень свежо. Но это еще не все. Мне очень нравится, Лена, что многие женщины, у кого есть секреты в области фигуры, могут сегодня все завуалировать. Поторопитесь, потому что эти жилеты сделаны в честь праздника. Капсульно лимитированная коллекция. Бедра закрыты, область живота закрыта, и мы с Катей постройнели. Вот казалось бы, Свет, да каракульча. Эффект натуральной кожи, наоборот, должен придавать объему, но нет. Наш жилет Элен, он корректирует нашу фигуру, и мы становимся стройнее, мы выглядим изящным. Выбирайте номер лота только сейчас. Жилет Элен, посмотрите. А бренд Благов, он знает, что нужно красивой женщине. Выбирайте жилет для себя, дозванивайтесь прямо сейчас. Слушай, Свет, а вот в уходе как будет вести себя наш жилет? Ты знаешь, все прекрасно. Только что я провела эксперимент, да, который доказал, что нашему жилету влага нипочем. Ты можешь этот жилет просто протереть влажной тряпочкой, расчесать воротник или воспользуйтесь специальным средством для волос. Называется он сухой шампунь. Дозвонитесь прямо сейчас и успейте выбрать для себя наше специальное предложение дня «Жилет Элен».